Jaya Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yamuna Chiravana Chari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Chiravana Chari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari изучать 10-ю песню Шримад Бхагаватам, 23-ю главу, которая называется «Кришна благословляет жен брахманов». И сегодня у нас два текста, 43-й и 44-й. Вам видно? Давайте будем повторять. Насам двиджати самскаро. Насам двиджати самскаро. На нивасо гуравапи, на тапо натма мимамса, на шаучам на криях шубхаха, татхапи хьюттамах шлоке, Кришне Йогешваре Шваре Бхактир Дридхана Часмакам Самскара Диматамапи Насам Двиджати Самскаро Нанивасо Гуравапи На тапо натма мимамса, на шаучам на криях шубхаха, татхапи хьюттамах шлоке, Кришне йогешваре шваре,
Бхактир Дридхана Часмакам, Самскара Диматамапи, Насам Двиджати Самскаро, Нанивасо Гуравапи, Натапо Натмамимамсам, Нашаучам на криях шубха, Тадхапи хюттамах шлоке, Кришне йогешваре шваре, Бхактир Дридхана часмакам, Самскара диматамапи, На Ни, асам, их, двиджати самскараха, очистительные ритуалы, предназначенные для дважды рожденных. На, ни, нивасаха, пребывание, гурау, в ашраме духовного учителя, брахмачарья, период ученичества. Апи, даже, на, ни, тапаха, аскеза, на, ни, атма мимамса, философский поиск природы души. На, ни, шаучам, очистительные обряды. На, ни, крияха, ритуалы, шубхаха, благочестивые, татха апи, тем не менее, хи, несомненно, уттамах шлоке, тому, чья слава воспета в возвышенных мантрах вед. Кришне, Господу Кришне, Йога Ишвара Ишваре, Высшему Господину всех обладателей мистических сил, Бхактихи, чистое преданное служение, Дридха, твердое, На, не, Ча, и, Асмакам, наши, Самскара Адиматам, тех, что прошли через эти и другие обряды очищения. Апи, даже. Перевод стиха и комментарий смиренных учеников Шрилы Прабхупады, Гопи Паранадханы, Прабху и Хридананды Даса Госвами. Эти женщины никогда не проходили очистительных обрядов для дважды рожденных и не жили в ашраме духовного учителя, как брахмачари. Они не совершали аскезу, не размышляли о природе души, не соблюдали ритуальной чистоты и не совершали благочестивых обрядов. Тем не менее, они обладают непоколебимой преданностью Господу Кришне, Верховному Повелителю среди всех повелителей мистических сил, чья слава воспета в возвышенных гимнах вед. С другой стороны, у нас нет такой преданности Господу, несмотря на то, что мы прошли через все это. Комментарий. По словам Шрилы Шридхары с вами, мужчины не знали, что их жены иногда общались с цветочницами и другими жительницами Вриндавана и слушали их рассказы о красоте Кришны и его удивительных качествах. Брахманы были поражены, увидев, сколь сильна в их женах преданность Господу Кришне. Они не понимали, что эта преданность возникла в результате того, что их жены слушали рассказы о Господе и прославляли Его в обществе чистых преданных. На
насам движати самскаро, на нива согура вапі, на тапо над мамімам са, на шаучам на криях шубгага. Татхапі хюттамах шлоке, Кришне ге шваре шваре, бактир дридга на часмакам самскара дейматам апі. Эти женщины никогда не проходили очистительных обрядов для дважды рожденных и не жили в ашраме духовного учителя, как брахмачари. Они не совершали аскезу, не размышляли о природе души, не соблюдали ритуальной чистоты, не совершали благочестивых обрядов. Тем не менее, они обладают непоколебимой преданностью Господу Кришне, Верховному Повелителю, среди всех повелителей мистических сил, чья слава воспета в возвышенных гимнах Вед. С другой стороны, у нас нет такой преданности Господу, несмотря на то, что мы прошли через все это. Ом Агьянати Мирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурунмилитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубяща Крипа Синдхубья Эвача Патитанам Паванебхё Вайшнавебхё Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Шримате Бхакти Веданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашатя Дешатарине Здесь заканчиваются слова раскаяния благочестивых брахманов, которые говорят, несмотря на то, что мы прошли все это. Я вначале хотел выразить свою благодарность вам, дорогие преданные, за возможность быть и пытаться быть как-то полезным вам. Хотя мы через все это тоже не проходили, и вообще как это может быть полезным, непонятно. Но если жены брахманов, которые через все это не проходили, и они удовлетворили Господа, значит, у нас тоже есть небольшие шансы по вашей милости. Поэтому все, что будет сказано, это будет украдено из ваших сердец, и это все ваше, а я постараюсь это сохранить в своем довольно забитом, непонятно чем этим сердце, чтобы оно очистилось. Харе Кришна. Это один из излюбленных приемов Шримад Бхагаватам, когда сравнивается бхакти, чистая преданность или любовь к Богу с другими методами очищения, самосознания, йоги, практик и так далее, и так далее. И уже до этого, до 10-й песни, такие эпизоды, они встречались множество раз с Шримад Бхагаватам. Ну, например, сразу же приходит на ум история, допустим, сражения или общения Вритрасуры и Индры. Да? То есть Господь Индра представляет в данном случае пример человека, у которого, ну, начинающего преданного, скажем так, который периодически теряет свою преданность, свою прямую связь с Господом и погружается в карму, да? Чувственные наслаждения, вот эти все моменты.
И поэтому Вритрасура, будучи преми Бхактой, он напоминает ему и нам, если мы находимся в таком же состоянии сознания, что все это бессмысленные, бесполезные вещи. Единственное, что имеет смысл, единственное, что является васту, единственное, что является значимым и вечным в нашей жизни, это наши взаимоотношения с Кришной, которые основаны на простом, обычном служении с любовью Ему. Или ему и Шримати Радхарани. Вот. Есть эпизод размолвки Амбариша Махараджи и Дурваса Муни. Да? То есть Дурваса Муни тоже человек, который хорошо знал Веды, имел очень возвышенное происхождение, был великим йогом, мистиком и так далее. Но, к сожалению, не смог оценить качество Махараджи Амбариши, потому что Дурваса Муни был великим браманом, а Махараджи Амбариши был всего лишь царем. И, соответственно, так же, как Шамики Риши не увидел в Парикшите чистого преданного, увидел всего лишь внешнюю оболочку, да, что он был царем, и он как бы не выказал почтения или даже выказал некое пренебрежение его отцом, он проклял Парикшиту. Также и Дурваса Муни не смог через все те достижения ведические, которые дают веды, исследования им, он не смог оценить преданность Махараджи Амбариши. И поэтому попал в очень неприятную историю, которая, по милости Господа, как это всегда происходит, закончилась для него большой удачей. И отсюда мы можем сделать вывод, что если мы так или иначе соприкасаемся с преданными, особенно с чистыми преданными, это всегда принесет нам удачу, духовную удачу в первую очередь. А благодаря тому, что Господь всегда чувствует себя обязанным своим преданным. И даже если будет это в начале или в процессе выглядеть как что-то ужасное для нашего эго, для нашего материального положения или статуса, когда наши какие-то вещи, на которые мы опираемся, которые казались нам незыблемыми до последнего момента, будут рушиться у нас на глазах. Если мы будем помнить о Кришне в этот момент и не будем оценивать преданность и поведение других преданных, мы получим настоящие духовные сокровища, которые единственно являются незыблемыми. Все остальное – это просто рябь на воде, все это зыбко. И что является доказательством этого? Мы сами являемся доказательством этого, потому что мы все время боимся что-то потерять. Потому что у нас есть в сознании вот это ощущение, что с Майей задружить не получится. Это всего лишь временный флирт, неудачный такой в чем-то. Особенно, когда мы хотим, чтобы она стала нашей второй женой или, как сказать, любовницей, то это неудачный флирт. Вот, и поэтому мы боимся все потерять. Но сознание Кришны потерять невозможно. Оно всегда нитья ситха Кришна према садука баная шриванади шудачиты караевдая. Она нитья ситха, она всегда существует. Единственная вещь, которая отделяет нас от памятования о том, кто мы, наше невежество. И для этого нам нужно просто общение с саду, как Джива Госвами дает определение саду. Садхнути, садхайте, ити саду. Саду – это кто? Это тот, кто сам следует и учит, вдохновляет, благословляет, понуждает и ведет других. Очень простое определение. Если мы будем общаться с саду, тогда наша преданность, она расцветет так же, как она расцвела у всех героев Шримад-Бхагаватам, которые мы прошли с вами до 10-й песни Шримад-Бхагаватам. Так же, как она расцвела в предыдущей главе в Астрахарана Лили, когда маленькие гопи поклонялись богине Катьяяне для того, чтобы Кришна стал их мужем, они все были, они не были нити ситхами, они были садана ситхами, то есть личностями, которые достигли определенного совершенства, и когда они получили общение старших гопи, возвышенных гопи, они получили милость даршан Кришны, милость Кришны, и Кришна исполнил их желание. Также и здесь, в этих двух стихах, браманы, мужья этих женщин, они говорят о том, что
через вопрос, как бы через восклицание, они говорят о том, как они могли эту бредность получить. Мы тут, это у нас звенящая садана. У нас весь день расписан полностью вообще вот в ежедневнике, там какой-то есть Google ежедневник или Яндекс ежедневник, все расписано, у нас тут самскары, вот, невасы, мы гуру, мы учились у гуры, мы мимамсаки, мы что только не знаем, вообще все только Кришну не знаем, а так вообще все остальное мы знаем. И они до этого они уже прокляли все эти вещи свои. Они сказали, будь они прокляты, все эти наши три рождения, три, четыре, сколько у нас там рождений, будь они все прокляты. Если мы Кришну не нашли в этих скитаниях, будь они все прокляты, эти рождения и так далее. По сути, когда они здесь в этих двух текстах говорят, что они сравнивают преданность своих жен и свои вот эти вот наработки ведические, так сказать. И по сути, что они хотят сказать? Они говорят очень прямым текстом. Причем очень важно это услышать из уст самих браманов. Они говорят, у нас нет ничего вообще. Они говорят, как эти женщины обрели такое сокровище, если они вот этим всем ничем не занимались? Обычно говорят, что жена, которая следует за своим мужем, она обретает все те же сокровища, правильно, которые муж следует, которые он добывает, это все благочестие и прочие вещи. То есть иначе они здесь говорят, мы ничего не добыли. Как современные мужчины, такие добытчики, пошел добывать и ничего не добыл. Вот. Очень часто так происходит, поэтому женщины сейчас сами добывают все, мужчин в том числе. Они говорят, мы ничего не добыли, у нас ничего нет на самом деле. И это правда. И это очень важно, что Шукадева Госвами через уста этих браманов он объясняет, что чистая преданность, она не зависит ни от чего. Более того, можно привязаться и сделать атрибутом иллюзии все, что угодно. Даже знание вед, даже нашу садхану. Хорошо, мы с вами по милости Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада нам оставила сливки из сливок. Да? Поэтому, по большому счету, наше знакомство с ведической культурой, оно ограничивается тем пониманием, которое Шрила Прабхупада нам дал. Правда, сейчас преданные, которые живут в Дхаме и общаются со всеми, они начинают расширять это понимание. А вот такие самскары еще есть, а вот такие еще обряды мы не сделали. Вы не делали? Нет. Вот поэтому у вас и денег нету, поэтому у вас это жена не слушается, или мужа до сих пор нет, или еще что-то такое. Это все нам пытаются расширить понимание ведической культуры. А здесь браманы говорят, у нас такое широкое понимание ведической культуры, просто уже не знаем вообще, чем еще погордиться. Уже все мы знаем, уже все перепробовали, все самскары, слово самскара два раза здесь употребляется в этих стихах. Мы уже засамскарили все сознания вообще, обсамскарили все вокруг. Все очень чистое такое, а Кришны нет. И поэтому нет ничего. И поэтому даже раскаиваясь здесь и скорбя о своей такой непреданской, скажем так, участи, а у них все равно остался страх перед Камсой, и поэтому они не побежали к Кришне. Жены, незащищенные, неблагочестивые, как они тут говорят, они побежали к Кришне вообще легко. А браманы подумали, кругом шпионы Камсы. Они же узнают, они Камсе скажут, и что Камса сделает? Он нас убьет. Убьет нас, и все. Придется опять браманам рождаться и снова ходить в гуру, кулу, учить вот эти санскритские шлоки, грамматику, все. Надоело уже. Поэтому они восхищаются здесь преданностью. И мы на самом деле точно так же, мы, может быть, не знаем этих ритуалов, может быть, мы даже не умеем делать ачаман. Но если мы верим в святое имя Господа, верим в прасад, мы верим в прасад, блин, особенно праздничный, и верим в преданных, то все остальное становится не таким уж и важным. Да, если оно есть, и оно нам как-то помогает развивать нашу преданность, хорошо. Если нет, но преданность есть, вера есть, и она чистая, тоже хорошо.
Поэтому, чтобы тратить, Бхагаватам хочет нам сказать, вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы расширять вот эти наши, назовем их так, кармическими обрядами, обязанностями и достижениями, лучше все силы и время потратить на то, чтобы Кришна стал для нас Уттама-шлокой, как здесь говорится в этом стихе. Уттама-шлока, все знают перевод этого имени Господа, тот, кого прославляют в изысканных стихах. Но Дживака с вами он объясняет, Уттама-шлока буквально означает «те, кто знают Кришну как самого милосердного, самого любящего». Вот за что его больше всего прославляют. А не за то, что он, там, у него было 16 108 жен. Не, ну жен-то ладно, 16 108 дворцов у него было. У вас сколько дворцов? Вообще в Индии вот эти вот сложно назвать дворцами, там, где мы живем. А, больше похоже на эти соты пчелиные. Такие... Но он Уттама-шлока, потому что у него есть бесконечное сострадание, милосердие к преданным. Он любит своих преданных. И на этом примере жен Брахмана он доказал это снова. Сколько раз нам нужно еще доказывать, что Господь, Он всегда отвечает на преданность. Всегда. И поэтому самым прославленным, самым достойным уважения, внимания, вопросов и что бы то ни было еще, является преданный, который отдался, предался Кришне. Больше ничего не нужно. Чем занимались жены? Вишванатха Чакравартикур в своих комментариях говорит, мужья не очень любили своих жен, потому что они плохо исполняли свои обязанности. Вот откуда у нас вот это не любить своих жен и мужей. Мы смотрим на них, как они обязанности исполняют. Ну, так себе, на три с минусом. Так, чтобы не выгнали из школы, знаете, трояк просто поставили. И поэтому... Не любим мы, ну как-то вот не то. Желаний много, никто их исполнять не хочет. Они не очень... А почему они не очень хорошо исполняли свои обязанности? Как такое вообще возможно в те времена-то? Да потому что у них была такая разлука с Кришной, у них был... они все время думали о Кришне. Они почти были как гопи, поэтому у них плохо все, как говорится, валилось из рук, они забывали постоянно там включить стиральную машинку вот, или догладить курту и брахманический шнур своему мужу. И он сгорал там под утюгом. Вот, и так далее. То есть, и поэтому мужья были не очень довольны. Ну, какой смысл в жене, как бы они заботятся, надо вот это, у нее куча желаний, еще что-то, а она даже вот шнур погладить не может, там еще что-то сделать. Поэтому они не очень общались. И женам это было на руку. Потому что они от этих вот всех, они уже устали. Вот, поэтому они просто помнили о Кришне, думали о Кришне, слушали о Кришне. И в комментарии комментаторы приводят пример Шридхары Махараджа, который говорит, откуда они узнали о Кришне. Они узнали от женщин Вриндавана. То есть для того, чтобы обрести преданность и для того, чтобы развивать преданность, поддерживать преданность, и чтобы преданность достигла совершенства, достаточно просто общения с чистыми преданными. И все. Тиштхан Враджет это Нураги Джана Нугами, да, Рупа Госвами говорит в 8 стихе «Нектара наставления Шри Упадешамрити». Он говорит, для этого нужно жить во Вриндаване или иметь сознание или желание жить там, где живут те, ради любви которых Кришна отказывается от своего верховного положения. Тиштхан Враджэ, поэтому мы стремимся туда, во врач, как бы, потому что там такое сознание, которое, в котором нет ни грана, ни капли, ни атома, ничего, кроме чистой преданности Господу. Ничего другого нету. И Рупа Госвами говорит, Тиштхан Враджэ, Татану Раги и Джананугами. Мы просто идем по пути тех, кто всегда так живут, вечных спутников Господа. И все. И чем они там занимаются в этом Вриндаване? Ну, там навозные лепешки лепят, коров пасут и доят, еще что-то. Такой очень простой деятельностью занимаются, но с огромной любовью. А мы занимаемся очень сложной деятельностью. Заметили, как мир сейчас усложнился?
с каждым годом все сложнее и сложнее жить становится. Ну, вообще без любви. Ну, очень сложный мир. Все с точностью да наоборот. И поэтому мы можем сказать, что самым удачливым является тот преданный, который нашел в своей жизни старших, которые его вдохновляют и заботятся о нем. Поэтому он находится под защитой, его вера будет всегда расти, углубляться, и он научится в какой-то момент своей практики, своей духовной жизни, он научится видеть Кришну во всем. И тогда материальный мир, он перестанет быть материальным миром. Это будет просто диалог с Господом. Уроки от Господа, забота от Господа, сострадание Господа, любовь Господа по отношению к нам. Поэтому чистый преданный, он вообще не переживает о том, где он находится. Он не хочет ничего менять. Его все устраивает. Вы заметили, нас вообще ничего не устраивает. Вот стоит маленькому желанию вкрасться в наше сознание. Вот там вчера нам казалось, меня все устраивает. И тут вы вечером шли домой, встретили кого-то, и кто-то вам что-то там шепнул. Вы так и думаете, точно у меня этого нет. И с вот этого маленького желания вырастает целая материальная вселенная наша, где мы очень тяжело трудимся, преодолеваем препятствия с помощью ведических мантр, в том числе самскары, всех вот этих вещей. Все это делаем, потому что есть маленькое желание в уме. И поэтому каждый живет в своей материальной вселенной. У каждого своя вселенная. Как там апарям и тамстваням, прокритим митхи ме парам, дживабхута махабахо я едам дхарьяте джагат. Этот стих из 7 главы Бхагавадгиты, слово дхарьяте также означает поддерживать. Кришна хочет сказать, что мы сами поддерживаем свое материальное существование, мы сами его создаем, и своими желаниями продлеваем жизнь свою в материальном мире, а значит и весь материальный мир. Он живет, потому что я этого хочу. Кришна не заинтересован в том, чтобы материальный мир был. Он не испытывает расу к материи. Вообще расу к материи вообще испытать невозможно, потому что она неодушевленная. Но мы пытаемся, заметили? Мы одушевляем ее как-то, пытаемся, и пытаемся как-то наслаждаться этим всем. По милости Господа у нас ничего не получается, или материалистичный человек, или пракрита, бхакта, он не будет говорить, у меня ничего не получается, он скажет так, не очень получается. А что такое не очень получается? Получается или не получается? Не получается ничего. Но мы же не признаемся никогда в этом. Почему? Потому что мы бросили вызов Кришне, потому что ну, мы должны поддерживать как-то свой статус, там, свое положение, свои достижения и прочие вещи. Вот поэтому не можем сказать, что у нас что-то не получается, потому что тогда мы не Бог. И все. Поэтому у нас есть, по милости русского языка и других языков, всевозможные фразы, которые уменьшают нашу неудачу, и обтекаемыми какими-то словами мы пытаемся ее как-то замаскировать, замылить, закамуфлировать и сказать, что ну, мы же на пути, мы же, у нас же получится. Да. Вот. Поэтому смысл этого эпизода, этой главы заключается в том, что если мы слушаем рассказы о Господе, о чистых преданных и привлекаемся этими рассказами, то мы достигаем совершенства, и наша вера станет настолько глубокой и настолько чистой, что никакие материальные препятствия не помешают нам встретиться с Кришной. У них было очень много препятствий. Мужья их не пускали, их братья их не пускали, их старшие их не пускали. Да? Они говорили, вы куда? У вас QR-код есть, чтобы выйти из дома? Куда? Они просто бросили, оставили все и убежали. Туда, к Кришне, взяв с собой много пищи всевозможной, всяких подношений, побежали в лес. Ничто не помешает. Материя, она не может быть препятствием для преданности. Она является препятствием для нас только тогда, когда мы в нее верим.
И когда мы в нее верим, то тогда у нее появляется особая задача убить нас веру в себя и помочь нам верить в Кришну таким образом. Бхакти Дридха, здесь говорят браманы, наши, их бхакти, их преданность очень твердая. На самом деле, когда употребляется слово бхакти в Шримад-Бхагаватам, это означает према. Как в знаменитом стихе Сатам Прасанга Мамамирия Самвидо, да, последняя строчка Шрадха, Рати Бхакти Ханукрамишьями. Да? То есть благодаря общению с чистыми преданными и не только общению, не только санге, а также самвидо. Самвидо означает обсуждение. То есть когда у нас есть интерес в том, чтобы найти Кришну в своей жизни. Вначале мы ищем его в писаниях, там пытаемся как-то понять, оставить какие-то ложные идеи, философские в том числе и так далее. Но потом мы должны научиться видеть его в жизни прямо всегда, потому что Кришна везде. Поэтому нужно обсуждать, делиться своим опытом и учиться опыту других преданных. И тогда что? Шрадха, твердая вера, рати, привязанность, бхава и бхакти. Бхакти значит према. Анукрамишьями, они одна за одной, они приходят, проявляются. Если у нас есть слушание, почему мы должны слушать о Кришне? Есть несколько причин. Потому что сейчас у нас нет отношений с Кришной. Потому что мы в Него не верим, потому что мы о Нем забыли, потому что у нас есть к Нему накопились вопросы, претензии, ожидания, там, обиды в том числе. Поэтому у нас нет отношений, когда мы слушаем, как чистые преданные говорят о Кришне, то Кришна предстает в нашем сознании таким, какой Он есть. И поэтому все вот эти препятствия внутренние, тонкие, которые разделяют, отделяют нас от Господа, разделяют нас, они тают, они уходят. Потому что Кришна предстает таким, какой Он есть. Вот там ашлокой, любящим, сострадательным, заботливым. По отношению к нам. Вторая вещь, почему мы слушаем и никогда не перестанем слушать преданных, потому что это одна из основополагающих анг преданного служения. Кришна Уттама Шлока, он настолько привлекательный, что невозможно остановиться. Третья причина заключается в том, что по-настоящему Кришну знают даже лучше, чем он сам себя знает, только чистые преданные. Они знают его лучше, чем он сам себя знает. Они могут раскрыть нам Кришну таким, каким даже Кришна не может нам раскрыть себя. Примером этого является кто? Удава является примером. Удава, он находился с Кришной, ну, ближе уже невозможно было. Он 24 часа в сутки. Даже когда он был маленьким и жил там в своей Мадхуре, где он там жил, он медитировал на Кришну так, что он стал как Кришна, двойником Кришны стал. То есть прямо в этом теле он реинкарнировал. И он стал таким же темно-синим, и все, их было очень трудно отличить. И он ел только с тарелки Кришны, носил только одежды, которые ему Господь подарил. То есть он был весь в Махапрасаде и постоянно был с ним. И у него была любовь к Кришне или нет? Была. Но когда он приехал во Вриндаван, и когда он встретился с преданными Вриндавана и с их настроением преданности, он понял, что я вообще не знаю, кто я. У меня преданности нет, я не хочу возвращаться обратно в Мадхуру, к Кришне. То есть раньше он секунды не мог прожить без Кришны, когда описывается его детство, да, Шукадева Госвами говорит, что его мама звала кушать, он не шел, потому что у него была постоянная медитация, он играл с этими куклами Кришны там, и так далее. Он не хотел кушать даже, не хотел отвлекаться на еду. А тут он остался на много месяцев во Вриндаване, не хотел возвращаться к Кришне. Почему? Потому что он увидел Кришну в устах, в сердцах, в глазах, в поведении этих преданных таким, каким он никогда его не знал. И не узнал бы никогда, если бы Господь не пролил на него свою милость и не послал его туда с этими посланиями для жителей Вриндавана. В этом смысл. Поэтому у нас есть какая-то вера,
у нас есть какое-то знание, какая-то самбандха о Господе, да, о душе, еще что-то, и это хорошо. Но когда мы общаемся с преданными, соприкасаемся с их верой, так как душа индивидуальна, вера души и отношения души с Кришной тоже индивидуальные, они особенные, они очень красивые, прекрасные эти отношения. Когда мы соприкасаемся с их преданностью, наше понимание Господа и наши отношения к Господу, они обогащаются бесконечно. Единственная вещь, которая может помешать этому, это оскорбление. Если мы будем оценивать с материальной точки зрения все и вся, как мы привыкли делать это в материальном мире, если мы перенесем это видение на преданных, и мы увидим в преданных недостатки, какие-то недочеты, какое-то, так сказать, невежество, еще что-то, упремся в это во все и не увидим их веры за этим всем. И это и Кришна, он таким образом защищает преданность. Преданность – это очень сокровенная вещь. Поэтому все неискренние люди, они не могут добраться до сердцевины этих отношений. Они где-то там на околицах там застревают, вот, упираются. Это знаете, как вы хотите залезть кому-нибудь богатому соседу, что-нибудь в огороде у него украсть. Его готовили, план, ночью полезли или утром, пока, знаете, утром все же спят, ночью еще некоторые люди не спят, утром все спят. И вы залезли и зацепились там куртой вот, или тапком за забор. И хотите пойти, там клубника такая растет вкусная. Вот, и подумали, а ладно, лучше ноги унести. И не пошли дальше. Но точно так же мы убираемся в какие-то внешние вещи в преданных, забывая о том, что они преданные, что они повторяют святое имя, что они пытаются служить духовному учителю, не пытаются служить Шриле Прабхупаде, как-то пытаются удовлетворить своих старших, как бы общаются и так далее. Может быть, даже очень много чего-то сделали уже для общества преданных. Мы уперлись в какой-то один недостаток, который, скорее всего, даже придумали сами. Увидели то, чего нет. И все. И поэтому с верой, с сердцем преданного не смогли соприкоснуться. И поэтому не познакомились с его Кришной или с его Рада Кришной. И остались с чем? Со своими оскорблениями, со своей гордыней. Гордыня – ужасная вещь, потому что даже не потому, что она является проявлением ложного эго, гордость, зависть, да, а потому что она делает гордый человек, он неправильно расслаблен, он становится очень невнимательным. А невнимательность, мы знаем, корень всех оскорблений. И все. Когда мы невнимательны, мы даже не замечаем, как мы совершаем вот эти вот вещи по отношению к вайшнавам. Это единственное препятствие. И наоборот, соответственно, если я правильно слушаю, то я все время уменьшаюсь в размерах. Я все время становлюсь меньше, 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 меньше. Как мы не зря начали сегодня наше общение с вот этого слова «все это». Потому что именно это слово использует Санатана Госвами в своей молитве по отношению к Кришне, которую Рупа Госвами цитирует, Бхакти Расамрита Синху. И там Санатана Рупа называет себя Варака Рупа, да? Как-то, в общем, слово, которое означает неудушевленный предмет. Он говорит «я это». То есть с повелителей вселенных, потом повелитель одной вселенной, потом повелитель половины вселенной, потом повелитель своих родственников, там, своей квартиры. Мы уменьшаемся, уменьшаемся постепенно, благодаря слушанию, уменьшаемся в размерах. И до того, что мы говорим «я вообще не знаю, я это». Поэтому, пожалуйста, пролейте на это милость какую-то, преданные. И тогда Кришна приходит. Тогда, когда мы готовы раздеться полностью, отдать все, как в предыдущей главе, Кришна приходит. И ему это доставляет радость. Поэтому, если у нас есть какая-то привязанность, ну, я не знаю, если у преданных прям сильная такая привязанность к каким-то ритуалам, самскарам и так далее. Но если она есть, мы должны очень четко отслеживать, чтобы эти вещи, они не были препятствием для нас. Но у нас есть преданские вот эти вот все вещи, правильно? Мы привязаны иногда к листам саданы. Хорошая вещь, но мы и это можем испортить.
Мы привязаны к чему угодно. Мы можем гордиться даже тем, что мы 16 кругов с утра повторяем. Что мы видим преданных, которые, как мне сказали во Вриндауне, являются участниками клуба «Вечерняя бусинка». Я первый раз такое слышал, мне очень понравилось. «Вечерняя бусинка» — это те, кто 16 кругов дочитывает поздно в храме. Там у них целый клуб такой есть. Они ходят, 15-й круг, вообще как в шахте, знаете, вот, уголь добывают или не знаю, что там, уран какой-то. А мы думаем, а я с утра как с куста вообще или с листа, 16 кругов, как бы, и все. Это то же самое, мы становимся теми же самыми браманами. И Кришна к нам приходит с Баларамой или посылает своих чистых преданных, говорит, покормите. Они говорят, ну, знаешь, мы еще не закончили, я пока джапа не дочитаю, я никого не кормлю. Вот. А когда дочитаю, уж тем более, потому что я ем сам, вот, и так далее. И еще что-то, еще это у нас и куча всяких причин и оправданий. И поэтому мы не видим Кришну. Не видим Кришну, потому что Он нам уже не нужен. Когда у нас много всего, отличная садхана, там еще что-то такое, и мы этим гордимся, то все, Кришна нам уже не нужен. Потому что когда у вас много есть, а мы знаем, что Кришна, у него есть такое качество интересное, он все, он говорит, я забираю все, что мешает, и оставляю все, что надо преданному, да? И мы такие думаем, да я тут 20 лет тут рубился за этот листок садханы, за это, за то, еще что-то. И Кришна теперь мне все это разрушит. А он мне не нужен, такой Кришна. Я уже занял какую-то нишу свою. Я уже тут вот... У меня какой-то титул есть, чин есть, еще не дай бог. Какие-то потоки денежные через меня проходят. Все. Зачем мне Кришна? Это когда ничего нету, не зря же его говорят, что он Акинчина Гочера. Господь тех, у кого ничего нет. Тем Кришна нужен, потому что им не за что зацепиться тут в этом мире. А если мне есть за что зацепиться, то строили храм для Господа, ну я просто как пример, а потом я стал президентом этого храма. Это мой храм, правильно? Если Кришна придет, скажет, пошли в духовный мир. Нет. У меня тут купола, я тут 10 лет его строил или еще что-то. Не пойду. Как Нарада Муни к этому браману приходил, говорит, пошли, у меня есть бесплатный билет в духовный мир. Без всех вот этих самскар, аскез, мимамс и так далее, можешь сразу пойти тут. Говорит, не пойду. У меня там жена, у меня там сын, у меня там внук, у меня то, у меня пчелы. Вот кто о них позаботится, еще что-то. Но когда сатам прасангам амавирья самвидо, когда мы общаемся, когда мы слушаем настоящих преданных, то что происходит? Все вот эти ложные концепции, в том числе ложные концепции бхакти, они уходят, отпадают от нас. И мы остаемся один на один с Кришной, маленькие, зависимые и очень счастливые и защищенные. И все. И больше ничего не нужно, потому что тот, у кого есть Кришна, тот, у кого... Если Кришна рядом с нами, это означает, что нас связывают с Ним какие-то особые чувства преданные, потому что Кришна никогда не приближается к тем, у кого нет чувств к Нему. Это значит, что у нас самое дорогое и самоценное уже есть. Уже больше ничего не надо, все остальное, оно включено туда. Но для этого надо слушать. Причем постоянно, причем сам видо обсуждать, внимательно надо слушать, как человек, который, я привожу этот пример постоянно, как человек, которому поставили смертельный диагноз в больнице, и вот врач к нему приходит после всех этих обследований, вы уже лежите такой, дышите через раз. Как мы слушаем врача, который будет говорить нам о том, как нам надо лечиться, чтобы получить этот, может быть, последний шанс? Да у нас все в уши превратится. Или одно сплошное ухо будет, будем, правильно? Потому что тут уже все. Или пан, или пропал. Поэтому мы будем слушать очень внимательно. Вот точно так же мы должны слушать. Пока мы находимся в материальном теле, это означает, что у нас все плохие диагнозы, все наговоры, сглазы, вот там, что там преданные часто верят, они уже все у нас есть, преданные. Мы уже здесь, все. Здрасте. Вначале было так, очень приятно царь, а сейчас уже не так приятно и не царь.
Но все равно это уже все есть. Поэтому надо слушать внимательно, как последний раз. И тогда происходит очень быстро изменение в сознании. И Кришна становится для нас, может быть, впервые в жизни или давно этого не было, настоящей реальностью. Кришна становится реальностью, и тогда мы понимаем, что отношения с Ним – это единственное, что нужно развивать, во что нужно вкладываться. Мы даже не так думаем, мы просто ничего другого не замечаем, не чувствуем и не хотим. Настолько Он привлекателен. Эти жены брахманов в предыдущих стихах описываются, что когда мальчики-пастушки к ним пришли, и они только услышали имя Кришны, они все потеряли сознание сразу же. Потому что у них уже была такая привязанность очень сильная, что для того, чтобы потерять сознание, им нужно просто один раз услышать слово «Кришна». Все упали, и потом они ругали свои умы, да, когда они пришли в себя. Мальчики их привели, кстати, в чувство очень интересным образом. Как преданного привести в чувство из экстаза? Надо сказать ему, что Кришна ждет от него служения. И они пришли сразу в чувство, они стали ругать себя за то, что они себе позволили такую роскошь потерять сознание, тогда, когда Кришну кормить надо. Уже Кришна голодный. Хотя Кришна просил пастушкам, не говорите им, что они с Баларамой голодные. Помните? Он говорил, не говорите, потому что они расстроятся очень сильно. Пастушки, они увидели, когда все матаджи потеряли сознание. Знаете, такая ситуация вообще. И они подумали, что-то надо делать как-то. И они сказали, Кришна же голодный, мы к вам пришли за едой, а вы куда ушли-то? Мы даже не знаем, где вы сейчас. И они сразу же пришли в сознание, чтобы покормить Кришну. Это на самом деле мы можем перевести это также и на нашу жизнь, этот эпизод. Что когда нужно что-то для Кришны делать, когда есть служение какое-то, служение – это привилегия, это награда. Мы сразу же оживаем, правильно? Мы в сознание приходим. Поэтому мы называемся «Общество сознания Кришны международное». Мы в сознание приходим и начинаем что-то делать для Господа, для преданных, для миссии. И начинаем жить тогда. А иначе мы просто в обмороке. Но не от слова Кришна, а от слова Майя и так далее. Просто в обмороке находимся в каком-то. И почему эти брахманы, мужья этих удивительно удачливых женщин, они все-таки до конца не предались Кришне? По крайней мере, на этом заканчивается эта глава. Почему у них остался этот страх? Потому что они не слушали чистых преданных. У них не было этого. Поэтому они не поняли в этих двух стихах, которые мы с вами прочитали, они не поняли, откуда у них эта преданность взялась, если они ничего такого не делали. Откуда у них взялась эта преданность? И Ачарья объясняет, откуда преданность вообще может взяться? Только из сердца преданного? Потому что ниоткуда она не может взяться. Так как они общались, поэтому их преданность, она зрела, зрела. И поэтому Кришна отправил их домой, и они ушли, чтобы их преданность в разлуке созрела еще сильнее. А гопи не ушли. Он их тоже отправлял домой. Точно так же даже те же самые слова использовал, и даже более сильные слова. Они не ушли, они сказали, нечего. Ну, тут в этой лиле Господь всегда, Он одновременно делает очень много вещей, одновременно. Это один из признаков духовного сознания или духовного образа жизни, когда одним каким-то действием можно достичь много разных следствий. Одной из причин, почему Кришна вернул этих жен, брахманов домой, чтобы они помогли своим мужьям. Это одна из причин. Когда они вернулись, то что там будет сказано дальше? Что мужья, они больше не считали их своей собственностью. Они считали их своими гуру. Они стали учиться как бы заново. Они тут говорят о том, что мы тут у гуру учились в гурукуле. Были брахмачари, да?
А наши жены, они непонятно чем занимались. Они ходили это на лой-базаре, сари покупали. А мы тут это вот, мы учились, и мы, они заново пошли учиться. Теперь только у своих жен преданности. Поэтому духовная жизнь, она очень простая. Нам нужно просто находиться в обществе преданных, иметь какое-то дело, какое-то служение с преданными, чтобы не оставаться наедине со своим умом и с вот этими всякими атрибутами материального существования, которые авторитетны и которые как бы его очищают. Но если мы останемся наедине с вот этим всем, то в итоге непонятно, кто тут очистился в этой главе. Вернее, понятно, кто очистился, а кто не очистился. Но если мы в обществе преданных, если у нас есть служение с преданными, есть какое-то дело, то есть у нас... Потому что вы заметили, как мы заняты сейчас, семейные люди? А что семейные люди? Он брахмачари, я с ними тоже общаюсь. И мне, когда клизму, извиняюсь, себе поставить, они очень заняты. Здоровьем заниматься некогда. Все заняты очень сильно. Если у нас нету дела, ответственности какой-то, то через какое-то время мы заметим себя на обочине вообще духовной жизни, через очень короткое время. И наша джапа будет здесь телефон, а здесь руль. И вот этим свободным пальцем мы будем еще отвечать на сообщения, смайлики посылать, и вот так будем практиковать. Но если у нас есть дело, есть ответственность, есть какая-то санга, где мы с преданными общаемся, обсуждаем, делимся своим опытом, осознание Кришны, учимся у них, тогда мы можем оставаться, ну, живыми. Тогда вот этот обморок материального существования, он нам не грозит, потому что надо служить. У нас столько служения вообще, служить, не переслужить. И все. И когда мы делаем что-то для других, обратите внимание, как интересно трансформируется наше сознание. Когда мы даже хотим его сами очистить, оно все время что-то не очищается никак. Чистишь. А оно чуть-чуть почистилось, потом так же быстро загрязнилось, заржавело опять. Но когда мы заботимся о других, мы даже не замечаем, как наше сознание очищается. Что в этот момент мы для себя ничего не хотим, мы на себя не медитируем, мы о себе любимом не помним. Мы думаем просто о том, чтобы сделать что-то для преданных, что-то сделать для Шрилы Прабхупады. И все. И оказывается, уже не надо никуда очищаться, потому что мы уже чистые. Потому что своих интересов нету, есть только интересы Кришны и его желание, как тут все должно развиваться. И что это, как несовершенство? И наша жизнь становится простой, все вот эти наши бесконечные желания, вот эти вот ожидания от всех и от всего в целом и в частности, они куда-то тают все. Ничего не остается такого. Поэтому преданный может позволить себе целый день заниматься служением или целый день воспевать святое имя Господа, никуда не спешить. Правильно? А так мы пришли на лекцию, уже у нас шило там. Мне же и туда надо, и там как бы рикша ждет, и там еще кто-то ждет. Ну, там какая-то прибыль ждет, там суд, там то, похороны, поминки, рождение, свадьба. И мы не можем. Поверьте, ничего не поменяется. Как похороны будут в нашу жизнь приходить, так и будут. Даже наши придут очень скоро, кстати. Вот. И рождаться люди будут, и жениться люди будут. Ничего никуда не поменяется, ничего никуда не денется. Все будет продолжаться так же. У нас есть в Санге преданный один, у него небольшой такой бизнес, он занимается ремонтами. Он прораб, у него есть несколько бригад, они там ремонтируют что-то там, такое все делают. И деятельность такая очень беспокойная. То есть если у вас несколько объектов одновременно, люди, у которых есть деньги, они очень претенциозные, знаете, вот, а им там они за каждую там увидят там какую-нибудь волосинку на потолке, скажут, все переделывать надо, там еще что-то. Вот. И ну, все время надо все время это все контролировать, что-то там подвозить, что-то там это. Вот. И при этом иногда мы так делаем, мы просто отключаем телефоны и просто целый день повторяем джапу. И он тоже так делает. И вначале ему было очень страшно. Он думал, не, ну как вообще? Я когда он меня куда-нибудь подвозит, например, в аэропорт, он столько раз отвечает на звонки, сколько я за год отвечаю. Я вообще по телефону не говорю, только сообщениями общаюсь с преданными. Телефон – это для меня что-то такое же
из ряда фантастики. Он столько раз говорит просто за эти 40 минут, пока мы едем в аэропорт. И он отключает телефон и просто повторяет джапу целый день. Он потом включает его, и он говорит, каждый раз одно и то же происходит. Я думаю, ну все, эти откажутся от заказа, мои эти работники напьются, что-нибудь испортят, вот, там вообще что-нибудь произойдет непонятно, мы, как всегда, не успеем все вовремя сделать, и же сроки определенные. И каждый раз одно и то же. Он возвращается, и все, как работало, так и работает. Даже, он говорит, похоже, даже немного лучше, чем когда я пытаюсь все это контролировать, оно как бы работает. Есть другой пример. Мы сейчас из Вриндавана приехали сюда. Там преданные санги Харинамы, они делают колесницу для Харинамы. И уже есть, ну, колесница готова, теперь нужно сделать красивый алтарь и божества, чтобы туда установить. И они заказали этому стапати, да, такому потомственному, который вырезает эти алтари, заказали ему. И вот буквально несколько дней назад поехали посмотреть, ну, как он там, работа идет, что, приехали к нему, и он там колонны вырезает эти красивые такие из дерева. И стали разговаривать с ним, и преданный спрашивает, говорит, ну а чем ты, как ты живешь вообще, чем ты занимаешься, вот ты при Джабасе там. Ну я, говорит, всю жизнь у меня отец это делал, я вырезаю алтари. Я целый день сижу и вырезаю алтари. Ну а помимо, когда ты вырезаешь алтари, ты что делаешь? Он говорит, ну, он достает такую тетрадку огромную, толстую, открывает ее и говорит, если я не вырезаю алтари, то я сижу и пишу в тетрадке «Раде, Раде, Раде, Раде». Там на каждой странице там 200, 300 или 400 имен Шримати Радхарани. Потом переворачивает и снова пишет «Раде, Раде, Раде». А если ты не вырезаешь алтари и не пишешь «Раде, Раде», что ты делаешь? Ну, тогда я сижу просто и повторяю Хари Кришна мантру. А помимо этого, что ты еще делаешь? Не, я больше ничего не делаю. Я либо вырезаю алтари, либо пишу «Раде, Раде», либо повторяю Хари Кришна. Вот и все. Больше ничего не надо. Если вы случайно не умеете вырезать алтари, есть большие тетрадки, они недорого стоят. И джапу еще у нас никто не забирал. Можно, одно из этих вещей можно упустить, Кришна простит. Он женам брахманам простил даже то, что они плохо исполняли свои обязанности, думая о нем. Вот, поэтому Господь и нам простит. Можно просто «Раде, Раде» или «Хари Кришна». И все. Больше ничего не надо. Хари Кришна принят. Что у нас? Делиться, обсуждать, учиться. И мы должны это делать в обществе преданных. У нас много групп духовного общения на разные вкусы, на разные настроения. Изучают шастры, слушают, там, общаются, поют. И могли бы вы озвучить некоторые принципы санги, которые вот у вас есть уже в вашей санге, которые помогут преданным лучше прогрессировать, общаться между собой. Я могу озвучить, но у нас времени совсем мало. Думаю, что только один тогда, потому что ну, это долго можно рассказывать. У нас есть такой принцип, что отношения могут быть только вечными, поэтому в них есть только вход, нет выхода. И это не такая простая вещь для осознания, как бы, или для практики, потому что пока у нас материальное сознание, все, с чем мы сталкиваемся, имеет и носит временную природу. До тех пор, пока нам это выгодно, мы там, наше сознание там, мы присутствуем там. Невыгодно, нас сразу нету. Обратите внимание, любые отношения, мы сразу убегаем, мы сразу недовольны ими, мы сразу внутри как бы отключаемся от них, если нас что-то не устраивает. И наше сознание, оно полностью вот такое, всегда. Поэтому мы невнимательно повторяем святое имя, мы настраиваемся перед этим шикшаш, такой
толдычим все это, и потом начинаем повторять, и ничего вообще. На второй мантре уже наше сознание куда-то улетело, мы думаем, что сегодня на пир будет, какая команда поваров готовит. И это еще очень благочестивое желание, это только возвышенные преданные так думают. А так может все что угодно прийти. А принцип заключается в том, что мы учимся, а слово «отношения» в нашем понимании означает только вечные отношения. И так как отношения вечные, из них нет выхода, есть только вход. Единственная вещь, как можно войти в вечные отношения, через служение. Я слуга. И до тех пор, пока я слуга, ничто не может меня отвлечь, отвратить или выбросить из этих отношений. Потому что слуга, он же не выбирает условия, правильно? Он же просто служит в тех условиях, которые есть. Мы не можем прийти и сказать: «О, не, ваша кухня слишком маленькая, или у вас кастрюля не того размера, я готовить здесь не буду, хотя я лучший повар в мире». А. У вас микрофоны скрипят, я не буду здесь петь киртан, потому что я такой киртанея, что соловьи, они стыдятся, больше не поют здесь в моей поре примерно с год. Вот. И так далее. Пока я слуга, то те, кому я служу, они преданные Господа. И поэтому из этих отношений нет выхода. Я могу в них войти и не выходить больше никогда, потому что некуда идти. Я уже пришел. Все. И это очень глубинная вещь и не очень простая в реализации, как бы в исполнении, потому что привычка вот такая вот, как только что-то не то. А кто сегодня лекцию дает? Нет. Сегодня лекцию дает Васушишта Прабу, поэтому все придут. А в следующих кто? А какой-то преданный там на английском. О, с переводом, на просад задержится. А просад кто готовит? Ну, просто выбираем, что нам подходит. Мы постоянно выбираем, что нам подходит. И нам это кому? Нашему материальному уму, которому все время что-то не подходит. Поэтому люди, они такие неудовлетворенные постоянно. И особенно чем они неудовлетворенные? Отношениями они неудовлетворенные, разве нет? У кого есть отношения? С кем? Настоящие такие. Когда мы прошли огонь, воду и медные трубы, когда мы просто счастливы видеть этих преданных рядом, нам даже не нужно, чтобы они что-либо делали в наш адрес. Мы просто счастливы видеть, как они ищут Кришну. И вот... Ну, такие отношения мы пытаемся строить. И я не хочу сказать, что это просто. И я не хочу сказать, что это, это возвышенная вещь реально. Но именно так живут в духовном мире. Если мы хотим туда вернуться, мы же хотим, блин, значит, мы должны здесь уже практиковать то, как мы будем жить там. Иначе нам там места нет. Нам придется выбегать ненадолго, чтобы зарядить айфон. Поэтому вот такой момент. А для этого, соответственно, это тянет за собой огромное количество других принципов, то, что нужно научиться принимать преданных такими, как они есть. Еще раз, потому что слуга – это просто тот, кто служит. Господин или учитель, тот, кто старше себя чувствует, он оценивает. Мы все время оцениваем других. «А, нет, этим я служить не буду, вообще какие-то харибольщики». Этим я бы хотел бы служить, но не могу, слишком все возвышено. В итоге я хотел служить, но не получилось в этот раз, в этой жизни. Поэтому нужно научиться принимать преданных такими, какими они есть. То есть я служу душе, я служу этой душе, которая ищет Кришну вне зависимости от того, как она себя ведет. Потому что ведем мы себя по-разному, иногда очень странно. Ну, реально очень странно. Иногда это очень непросто принять. Но если я слуга, и он слуга, и мы слуги Кришны, если Кришна в центре этих отношений, то что мне может помешать служить тогда? Ничто мне не может помешать служить. И вот санга – это собрание преданных, которые помогают друг другу вот эти вещи пройти, преодолеть и привязаться к вот такому пониманию взаимоотношений и служению. Потому что нужно помогать. Самими у нас сил может быть не очень много. Это как в предыдущей главе, да, вот это Вастрахана Харана Лила, там об этом тоже говорится, что каждая эта маленькая гопи в отдельности, она медитировала на Кришну. И потом, когда они случайно встретились в одном месте на берегу Ямуны, и когда они узнали: «А ты что пришла?»
Они все пришли, чтобы поклоняться богине Катьяяне, чтобы Кришна стал их мужем. И когда они узнали, что они, у них у всех одно желание, их желания объединились, и они вместе стали молиться. И все ачарьи говорят, что вот эта совместная молитва, она намного более могущественная, чем если мы сами там что-то там молимся или пытаемся сделать и так далее. Совместная санкиртана молитва. Точно так же санга – это где преданные друг другу помогают, потому что сил не хватает, веры не хватает, времени не хватает, там желание может быть не такое сильное, но у других преданных более сильное желание, больше веры, больше возможностей. И мы друг другу просто пытаемся помогать в этом. И это дает очень сильную защиту, прибежище очень сильное. Потому что, еще раз, наша система координат, она, почему в ней нет Кришны? Потому что в ней есть я победитель и я неудачник. Поэтому мы одно пытаемся продвигать постоянно и прятать другое, что у меня что-то не получилось. Очень трудно кому-то сказать, что у меня не получилось, и сказать, а я неудачник. Дайте мне микрофон, я сейчас всем скажу. Никто этого не скажет. Никто не скажет. А там, когда вы все вместе, там все на виду. Вы можете говорить или не говорить, вас все знают как облупленного. Но не для того, чтобы отвернуться от вас и сказать, да, он и так сам утонет, как бы боливар не выдержит двоих, отряд не заметил потери бойца, вот, или еще что-то. Нет, а для того, чтобы помочь. Для того, чтобы помочь. И для этого мы не обращаем внимания на эти недостатки. Потому что если у вас есть дети, вы воспитывали детей, то вы очень хорошо знаете, сколько бы вы раз не указывали на недостатки ребенку, его это никак не меняет. Потому что в этом нет понимания, что сделать-то надо. Надо объяснить, как избавиться от этого недостатка, как преодолеть какое-то препятствие, да, или какой-то навык неправильный и так далее. В этом смысл. Поэтому мы пытаемся помогать друг другу, именно в духовном отношении, а не считать друг другу какие-то недостатки, там, недочеты, и как-то с этим играть, как-то за счет этого возвышаться или еще что-то такое. Ну вот, как-то так. Скажите, что такое качество квалификации для истинной сангхи? И также момент, чтобы вы посоветовали преданным начинающим, которые начинают путь в саду сангхи, но у них еще нет квалификации. Ну, самая простая квалификация – это желание. Если желания нету, тогда нужно соприкоснуться с теми, у кого есть сильное желание. Квалификация для санги очень простая. Преданные просто должны захотеть в какой-то момент. Каждый должен захотеть быть для Кришны, а не для себя и Кришна где-то там у меня рядом. Исполняет мои желания, защищает меня от майи, там, устраняет препятствия. Я на поезд опоздал, Кришна нажал на стоп-кран, и поезд меня ждет. Вот эти моменты всякие. Поэтому желание является квалификацией. Если преданные хотят, они можно сделать невозможное. Вот и что преданные хотят? Преданные хотят служить Господу непосредственно, сделать Его счастливым. Анукульена Кришна Анушилу нам, вот что преданные хотят. Хотят порадовать Кришну по-настоящему. Тогда, если вначале это желание есть, преданный начинает как-то практиковать, потом через какое-то время к нему приходит опыт определенный, он понимает, что я очень далеко еще от Кришны. Прямо можно сказать, бесконечно далеко. И мне нужна помощь настоящая. И тогда мы обращаемся за помощью к преданным. Поэтому в начале пути нас преданные не очень интересуют. Они даже, наоборот, часто являются какой-то помехой, препятствием. Заметили, да? Вот, например, вы приходите повторять с преданными джапу, и вы повторяете тихо. Потому что джапа означает тихое повторение.
определение, которое Рупа Госвами дает Бхактирасамрита Сиддху. Тихое повторение святых имен, это называется джапа. Вы тут приходите, садитесь с преданными, а кто-то из преданных, он как Харидас Такур там посоветовал, что надо громко повторять, особенно если ум, он такой беспокойный очень. И он громко повторяет, все, уже джапу повторять не можете. Уже думаете, вот как его уничтожить, вот просто задушить, накормить его испорченным махапрасадом, вот, чтобы он завтра уже не пришел, чтобы он лежал там где-то. И мы забываем противоположную вещь, что мы пришли сюда повторять с преданными. Вот что самое главное. Я повторяю с преданными, и так как преданные повторяют, у них есть вера, то я становлюсь немножечко более концентрирован, у меня немножко больше веры в святые имена. Мы эту вещь забываем, просто наше эго выплывает на первый план, и нам уже вот что-то такое там мешает, препятствие какое-то. Вот, поэтому мы хотим удовлетворить Господа, и так как для Кали-Юги Санкиртана-Яги означает не только, что мы вместе поем, и не только, что мы вместе повторяем джапу, а вместе также мы помогаем друг другу искать Кришну, идти к Кришне. Поддерживаем, подталкиваем, подтаскиваем друг друга. Иногда нас нужно тащить, разве нет, преданные? Иногда мы в таком состоянии, что мы вообще не можем ничего практиковать. Я уже даже не считаю эти случаи, когда после санги преданный говорит, я сюда еле приполз вообще, просто вот из последних сил, из уважения к преданным. Что меня уже майя там просто растоптала, уничтожила, разобрала на атомы там и так далее. И вот я побыл с вами, просто послушал вас, попел с вами, вкусил с вами, попил с вами. И я выхожу вообще вдохновленный, вообще все, я завтра с утра встану, я это, я то смогу делать. И это снова и снова происходит. Но до этого надо чуть-чуть как бы пройти определенную эволюцию в преданном служении, чтобы понять, что я никогда к Кришне сам один прийти не смогу. Не смогу. Я только смогу вместе с другими преданными. И эти преданные – это не просто какие-то абстрактное общество преданных. О, все преданные. Это конкретные преданные. В том конкретном месте, где я служу, или в местах. И тогда мы начинаем, пытаемся сотрудничать с преданными. Вначале ничего не получается. Потому что, еще раз, по привычке мы сталкиваемся друг с другом, не верой соприкасаемся, а умами. И в умах там что? В умах ума палата. И нередко палата номер 6. Поэтому вначале тяжело. И, конечно, вот этот первый период нужно, чтобы был кто-то зрелый, преданный, который сможет сглаживать вот эти углы, такие острые очень. Или чтобы все преданные были достаточно зрелыми. Или хотя бы быть на связи с преданным, который умеет сглаживать углы. Когда преданный, вот это пройдет период, который мы назовем так, медовый месяц со знаком минус, и когда преданный почувствует, сколько там сокровищ в этих отношениях, тогда они уже сами умеют, у них уже есть вот это противоядие от ума собственного и от умов других преданных. И тогда они, благодаря вот этому соприкосновению с Кришной, который проявляется через эти отношения, они готовы двигаться дальше, 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 углубляться, углубляться. Бесконечно вообще совершенно это можно делать. Но я вот много где об этом говорю, но это почти никому не надо. Если честно, всех все устраивает в целом. Все довольны своей джапой, знанием шастр, размерами желудка и прочими вещами. Всех все хорошо. У меня только все плохо, поэтому я очень сильно завишу от преданных. Поэтому я приехал сюда, чтобы получить от вас милость преданная. Я сказал об этом в начале и скажу об этом в конце. Хари Кришна, вы же отчасти ответили на вопрос, который есть внутри, но я все же его задам. А вот бывает, маятник, он
качается в другую сторону, да, как вы сказали, что преданные в санге начинают соприкасаться не верой, а умами. И вот ну, такая тенденция включается, что преданные перестают, допустим, там, читать, слушать, как они делали раньше, да, имея в виду, что сейчас у нас ну, новая тенденция, сейчас мы Кришну получаем только в санге, а вот ну, священное писание – это типа садхана. Вот. И получается, что со временем, то есть, да, как бы со временем получается так, что какое-то возникает, ну, праджалпа, может быть, какие-то житейские темы обсуждаются, да, и преданные абсолютно точно уверены, что вот в этих темах они найдут Кришну, да, и что вот это вот, ну, там, Кришна проявляется в моей жизни. Но по факту это оборачивается реально каким-то, ну, сангой умов. Вот, как этого избежать, как это, ну, поддержать именно сангу в плане прикосновение вер, вот, и, ну, в общем, прокомментируйте, пожалуйста. Угу. Но, строго говоря, сангу умов удержать не получится долго, потому что это невозможно. Поэтому, если какое-то собрание преданных, которое мы называем словом санга, оно сохраняется и продолжает быть, это означает, что как-то там Кришна все-таки туда пролез. Через чье-то сердце, через чье-то сознание, потому что иначе это невозможно. Преданные просто переругаются все. Даже если преданные живут в общине, уже все, уже продали свои квартиры, уже купили там в одном месте, все, уже как будто бы деваться некуда. Никаких проблем с этим нету. Продаешь, выгоняешь тех, кто тебе не нравится, и все. Вот, поэтому продолжаться может только что-то настоящее. А все ложное, оно должно развалиться, и в этом милость Кришны. А то, что праджалпа, она есть и будет какое-то время, да, 100%. Потому что невозможно же переобуться в воздухе. Если мы привыкли все время ну, как, заменять отсутствие наших отношений с Кришной всякой ерундой, то невозможно от этого избавиться, когда мы переступаем порог санги. Это будет. С другой стороны, я смотрю на это положительно, потому что вначале у преданных не получается говорить о Кришне. Пробовали когда-нибудь? У нас даже была такая, наш гуру Махарадж, когда мы еще жили в Москве, в ашраме санкиртаны, и преданные периодически жаловались, такие стронг преданные санкиртанщики, они жаловались, что вечером ну, много разговоров каких-то непонятных про джалпы, там, а уже надо настраиваться уже на утро, и надо ложиться пораньше, что ну, преданные целый день распространяли. И гуру Махарадж нас предложил вообще уникальный метод, работает до сих пор, кстати. Он сказал, а вы, если преданные вот так собираются, вы предложите, давайте вместе гиту почитаем. И все расходятся сразу, и вы ложитесь спать спокойно вообще. Никому не надо вообще. Все сразу понимают, что, как говорится, майя не пройдет. Вот. Поэтому... Но, с другой стороны, вначале нужно хоть с чего-то начать. Поэтому я предлагаю преданным хотя бы просто познакомиться. Потому что интересно, что вы можете заниматься служением с преданным в одной общине или в одном храме 20 лет и вообще не знать ничего про этого преданного. И думать о нем там что-то там. И вот он как-то там ходит или ест, или говорит, и вы думаете, вот это вот. А потом вы просто поговорили и узнали какие-то простые вещи, что почему человек так ходит, а не так, как вы хотели бы, чтобы он как козочка скакал, ну вот, или еще что-то. Очень просто все. Представляете, сколько сразу вот этих самскар отваливается в уме. Сразу же просто вы поговорили с человеком, и вы поняли, что да даже если все это есть, что мы видели, и даже если есть больше, чем мы видели, вы видите еще и преданность этого преданного, его веру. Несмотря на вот это вот все, он все равно пытается, он все равно сражается, у него не получается, он два шага назад, а полшага вперед, он все равно продолжает. Вот это же настоящий ученик. Потому что он продолжает, несмотря ни на что. И мы видим это, и мы уже как-то, мы уже думаем, что вот эти все его шероховатости, это так просто, духовный импрессионизм. Не путать со словом имперсонализм, пожалуйста. Но уже не так страшно, потому что мы чуть-чуть с личностью соприкоснулись. Поэтому вначале, я даже боюсь это утверждать, но, как правило, и не получается особо про Кришну-то говорить.
А вот за жизнь как-то, даже пожаловаться на жизнь. Представляете, есть кто-то, кто готов вас послушать. Что муж не готов, у него времени нет. Жена не готова, она, у нее вообще времени нет. Даже когда муж говорит, у меня времени нет, то у жены можно умножить раз в 10, что у нее времени нет. А тут, представляете, кто-то готов вас послушать, причем еще участливо как-то так. Не сразу вам воткнуть несколько подсказок в лицо, вот, а просто послушать. Уже очень хорошо. Но постепенно, еще раз, либо преданные напоминают друг другу, либо есть кто-то более опытный, либо есть кто-то, у кого учатся преданные. Постепенно, постепенно задача-то заключается в том, чтобы Кришна проявил это пространство. Потому что Санга – это не то, что мы создаем. Я уже сказал вначале, отвечая на вопрос Вишванам Прабху, Санга – это духовное пространство. Это пространство духовного мира. Мы не можем его создать. Нас могут туда пригласить. Это да. Для этого у нас должно быть желание определенное. И когда Господь доволен какими-то вот нашими отношениями, как Он был доволен братскими отношениями прочетов, Он сказал, благодаря вашей дружбе я вам дам особое благословение, потому что вы цари. И цари – это люди, которые амбициозные очень, да? Которые конкурируют со всеми, которые отстаивают свое, расширяют свое. И свое – это что? Эго свое, за которым стоят земли, казна, армия там, и все такое. Жены, в конце концов. Благодаря вот этим отношениям Кришна проявляется, и все потихонечку начинают ценить это. Это постепенно происходит. Если я вам вот очень рекомендую, я сегодня утром читал «Нектар наставлений». В «Нектаре наставлений» почти в каждом стихе употребляется слово «крама». «Крама» значит «шаг». «Уру-крама», да? Господа Ваманадева зовут. «Шаг» означает «постепенно», «шаг за шагом». «Шрадха», «рати», «бхакти», «анукрамишьями». «Шаг за шагом» – вера наша, она углубляется, а расцветает в любовь, в прему. И точно так же в отношениях. Невозможно в отношениях заскочить, как говорится, собрать там все, что плохо лежало, и выскочить оттуда. Ну, мы пытаемся так делать, конечно, ничего не получается. И слава Богу. Постепенно вот это невежество уходит, эго, мы его оставляем. Почему? Потому что в этом пространстве нет смысла за него держаться или прятаться за него. Оно здесь не нужно просто. И вы заметили, что вещи, которые мы не используем, что с ними происходит? Они увядают. Да? Все, любые вещи, если вы откладываете это в кладовочку, не заглядываете туда, тогда заглядывает моль, там всякая плесень, потом вы откладываете это уже из кладовочки на чердак, там еще пыль добавляется, вот это перепады температур, в итоге ничего не остается. Также эго, если его не кормить, оно сдувается, оно уничтожается, оно растворяется. Вот, поэтому нужен кто-то в санге, если вы почувствуете, что здесь только майя, Кришны нету, то нужно как-то это озвучить так, чтобы это было не очень больно, но было ясно донесено всем остальным членам санги. И преданные тогда, они начинают шевелиться, что-то делать, как-то искать вместе. Майя может проявиться через что угодно, через простые разговоры житейские, тут понятно. Она может проявиться даже, когда мы будем вместе Писание изучать. И она проявляется снова и снова. Я вот 20 лет преподаю бхакти-шастры, я вижу это из года в год. Преданные приезжают, и мотивчики у некоторых не очень. И они не собираются от них избавляться. Кому-то нужен просто диплом, чтобы получить вторую инициацию. Вот его цель. Кому-то нужно, чтобы гордиться еще больше. У него недостаточный авторитет в ятре. А тут он приедет весь из Вриндавана или из Майпура, такой увешанный дипломами, как новогодняя елка. И все сразу вокруг новогодней елки хороводы водят по часовой стрелке. Вот, и так далее, и так далее. Поэтому гордиться или, как сказать, о невежестве ведь можно все что угодно. И мы в этом вообще тут специалисты высшего разряда. Проявить Кришну или пригласить Кришну очень непросто. Вот. Поэтому надо хоть с чего-то начинать.
И если не получается это как-то дальше трансформировать, как-то ну, очищать, продвигать, тогда нужно просто прибегать к помощи тех, у кого это лучше получается, и все. Все получится. Если желание оно было чистым и настоящим, а не таким просто залетным каким-то, то вы не остановитесь ни перед чем, чтобы развить вот настоящие отношения с преданными. Если вы понимаете, что для меня это как жить, как дышать, то что может нам помешать? Да неважно, даже если 100 раз эта санга развалится, мы 101-й раз начнем ее делать. И все. Но если наше сознание такое, как нередко бывает у начинающих преданных, что я отовсюду, как пчелка, собираю нектар. И в улей свой там. Ну, я пришел сюда, там, собрал, что мог, просад уже попробовал, как все готовят. Ну, уже как-то не очень. А, там, послушал, что они там про Кришну знают. Ну, как-то немного. А добираться далеко до санги. А время неудобное. Еще что-то. Ну, там есть рядом с домом. Иду туда, там тоже что-то собрал. Потом хоть оно и рядом с домом, но там что-то не то. Потом еще куда-то. Потом думаю, нет, тут вообще в этом городе невозможно практиковать. Надо уехать куда-нибудь. И мы ищем какое-то место, там, которое нам издалека кажется просто Вайкунхой на земле. Некоторые преданные так в Дхаму приезжают. Они думают, там невозможно практиковать, только тут буду практиковать. Приехал и тут тоже выучил хинди и смотрит болливудские сериалы, бесконечные совершенно. Это живой пример, это не аллегория. Вот. Поэтому ну, нам нужно какое-то время для того, чтобы иногда, чтобы переоценить те духовные сокровища, которые мы получили от Шрилы Прабхупады, от его последователей. Потому что так как мы получаем их бесплатно, мы думаем, бесплатно это что-то такое, знаете? Какие-то флаера там раздают возле метро, все зазывают куда-то. А когда мы немножко нас, может, и нужно помытарить по жизни, так это побить чуть-чуть, и когда мы понимаем, как бы, с чем мы соприкасаемся, мы начинаем это больше ценить, больше вкладывать и становимся более такими устойчивыми ко всяким колебаниям ума, там, майи там, и так далее. И тогда мы сражаемся и ценим даже маленькое соприкосновение с преданными, маленькую возможность почитать книги Прабхупады и повоспевать с преданными, даже если надо проехать на другой конец Питера, чтобы попеть 1.5 часа. И так далее. Мы начинаем это ценить. И вот эти все препятствия уже никакие не препятствия. Или даже если они являются препятствиями, то это сладкие препятствия. Это как будто бы Кришна говорит, а что ты готов заплатить, чтобы попеть с моими преданными? Готов заплатить? Мы такие, а как же там мои биткоины или еще что-то? Вдруг они похудеют, пока я буду петь? Вот еще что-то. Нет, я готов заплатить. Жены брахманов, они фактически, им некуда было возвращаться, так же, как и гопи. Они просто оставили все, там выжжена земля. Но Кришна просто сказал, я очень ценю вашу преданность, и не переживайте, вы вернетесь, вас начнут еще больше ценить там. Вот почему они вернулись, еще одна причина. Вас будут ценить еще больше. Поэтому все стадии преданности, они имеют свои какие-то особые моменты, какие-то особое время, особое украшение, особые какие-то свои препятствия и так далее. Это очень интересно жить в сознании Кришны. Это нектар настоящий. Поэтому давайте жить и делиться этим нектаром друг с другом. Мы готовы поделиться нектаром Шрилы Прабхупады со всем миром. Давайте еще чуть-чуть с преданными поделимся друг с другом. Они тоже люди. Живые причем. Давайте с ними тоже чем-нибудь поделимся. Давайте не будем жадными. Все, что мы сохраняем себе, мы это потеряем. Все, что мы отдали, останется с нами навсегда. Это же простой принцип. Его даже обычные люди, некоторые благочестивые, знают. Вот и все. Передайте микрофон отсюда. Вот.
Спасибо за лекцию. Очень познавательно. Вопрос такой, что часто в нашем обществе преданные, ну, будучи преданными, и старшие, и те, кто могли бы быть подопечными, те, кто могли обратиться, каждый находится в какой-то как бы, ну, своей обусловленности, скорлупе. То есть вот у него все налажено, все в жизни, как у этих брахманов, да? Здесь обряды провел, здесь джапу вовремя прочитал, здесь работа, здесь то есть все. Как бы, казалось бы, он уже становится самодостаточным, и человек в своей матрице, его как бы, ну, ему неинтересно как бы выходить из нее, то есть его как бы все устраивает. И также и старших, которые, казалось бы, они могли бы давать заботу какую-то, ну, помогать младшим, но они не делают, потому что у них тоже все вроде бы налажено. И в чем же выход вот как бы из такой ситуации, как вот все это? Выход очень простой. Кришна, он в том числе очень подвижный. Поэтому он разрушает все матрицы, все болота, все вот эти вот туманы сознания. Как бы он очень любит это делать, ему нравится делать это со своими преданными. Поэтому ни в какой матрице преданный, который хоть что-то сделал для Кришны, не сможет высидеть, Господь все это разрушит. Через материальную природу, через других преданных там, и так далее. То есть, ну, не даст. Шрила Прабхупада, кстати, точно так же себя вел, да? Когда ученики, которые были его секретарями, когда они уже такие прям совсем секретари становились хорошие, он им говорил: вот тебе саньяса и весь мир у ваших ног. Пожалуйста, можешь хоть Африку взять, хоть Китай, хоть что хочешь, иди проповедуй и так далее. Это тот же самый принцип. А теперь, что касается, как вы сказали, подопечных, которые хотели или хотели бы стать подопечными, я думаю, что это проверка на серьезность. Если вы подходите к кому-то старшему, ну, кто вас вдохновляет в сознании Кришны, и он вам отказывает, то это не обязательно «нет» не обязательно означает «нет». Это как женщины, знаете, говорят «да», значит «нет», «нет», значит «да», там все непонятно. Вот. То же самое, это как мы в основном женской природы все. Вот, поэтому у нас... Вот, поэтому это просто вопрос на решимость, насколько вы цените этого преданного или эти отношения, готовы ли вы еще подходить, еще, может быть, что-то надо сделать. У нас есть примеры, ачарьи, кстати. Да, там Наратам Дас Такур, как он пытался стать учеником Локанандхи Госвами. Да? Тут ему сказал: я вообще учеником не принимаю, дорогой друг, дорогой вайшнав, ты не туда обратился, вот есть искон, там всех принимают. Вот, а я не принимаю никого. Не. Он целый год служил, прятался там как мог. То есть у него была такая решимость очень сильная. Бхактисиддханта Сарасвати Такура точно так же по отношению к Гауре Кишоре Дасу Бабаджи. Там вообще лила была. Он говорит: ну я спрошу у Кришны, да, можно ли тебя принимать или нет. Прошло какое-то время, ну что вы спросили? Да я забыл. Вот. В следующий раз спрошу, в следующий раз тоже забыл. Там еще что-то, еще что-то. Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал: я просто брошусь с моста в Гангу. Как бы, мне нет смысла жить, если в моей жизни нету гуру, как бы, какой смысл в этой жизни? Только после этого. Поэтому здесь тот же самый принцип. Наша решимость, она как бы она основана на чем? Что иногда мы хотим быть рядом со старшими просто для того, чтобы нам звездочек на погоны добавили. Мы не собираемся там учиться особо, углубляться, раскрываться, там что-то искать. Да? Выгодно же селфануть, да, с кем-нибудь из старших. И там стрелочка такая: это мой наставник. У вас кто наставник? У меня Атирадха, проповедник, а у вас просто какой-то там пехотинец или стройбат. Так что нужно... Единственная плата – Татра Лаулям Апимулям Экалам. Единственный корень, который питает нашу преданность, это жажда, желание обрести эту преданность. У нас никакой квалификации нет. И одновременно с этим у нас есть вся квалификация. Поэтому наше нежелание, вот нашего желания достичь вот этой квалификации служить радощам является желание.
И это желание, оно должно быть, и мы должны бороться за то, чтобы оно у нас было, чтобы оно никуда не девалось, чтобы оно зрело, созревало, углублялось. И все. Все остальное будет анукрамишами, шаг за шагом двигаться в верном направлении и двигать нас туда. Вот. Поэтому надо побороться иногда за отношения. Реально. Видели, как голуби ухаживают за голубками? Голубки такие все вонопрастки сразу, просто клюют там что-то. Голубь уже и так танцевал, уже хвост как павлин надул, там еще что-то, и так, и эдак. Вообще ноль внимания. Но все же семьи это происходит у голубей. Голуби же не вымерли, вы заметили? То есть как-то же они все-таки добиваются своего. Вот мы точно так же. Хоть павлином, хоть уточкой, как угодно. Но надо обязательно иметь достойное общение такое и ценить его. В этом это особенно важно тогда, когда наша преданность, она приближается к нулю. А такое бывает, случается в жизни. И тогда вот эти преданные, которым мы как-то служили, с которыми мы были как-то связаны, даже если у нас уже нет сил с ними связаться, нам уже стыдно, мы уже не можем, мы уже боимся, мы уже не хотим, они нас найдут, они с нами свяжутся. Вот так вот. Все, дорогие преданные, спасибо вам большое. Простите, что мы так долго. Грантара Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай, Нитай Гор Примананде. Хари Хари Бол.